Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомагнитолу SWET, моделька MUX1030UBW с белой подсветкой. Вот в такой коробке это все поставляется фирменной. И давайте мы рассмотрим комплектацию. Так, здесь идет гарантийный талон в комплекте. Инструкция небольшая. И магнитола. Магнитола идет коротенькая, ввиду того, что нету CD-привода. Вот так выглядит лицевая часть. Панелька несъемная. На передней панели есть под заглушкой разъем USB, слот под карту памяти SD и разъем AUX. Также поддерживает магнитола режим радио. Вот так вот, глянцевый пластик идет на передней панели. Сверху также одета шахта, есть наклеечка о распиновке магнитолы. По разъемам антенны разъем сзади есть, подключение питания акустики, предохранитель 10 ампер и пара линейных выходов. Вот так это все выглядит. Ну и мы сейчас ее подключим. Вот так это все выглядит при включенном состоянии. Как я уже говорил, поддерживает режимы, 4 режима. Это режим радио, USB, AUX и SD-карту. В режиме радио доступны 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Отдельная клавиша есть управление эквалайзером предустановки. Также есть кнопка отключения звука, переключение треков. Все здесь присутствует также. Переключение режимов и настройка баланс, фейдер, лоуд, усиление объема звука, настройка часов. Это все также здесь есть. Ну, в принципе, стандартный набор функций для бюджетной магнитолы.